чуть-чуть отличается у нас медали. Это у нас задняя сторона специального слабовидящей, чтобы они так могли ощутить, потрогать. И отсюда они читают, да? Они отсюда читают, да. Занимаюсь тхэквондо, подразделение пара-тхэквондо, это направление паралимпийского вида спорта. Недавно прилетел с Парижа с паралимпийских игр, занял второе место. Сегодня мы с делегацией, с моим коллегой, с серебряным призером паралимпийских игр, решили посетить нашего муфтия и нашего шейха Ахмад Хаджи Абдуллаева. Я бы, в свою очередь, хотел огромную благодарность вам выразить, то, что вы так теплый прием нам устроили. Аркал, это очень много для нас строит. Хоть сколько бы ни было у вас болельщиков, вы всегда одного добавляете. Я говорю, это я. Я же говорю, вот есть олимпийский чемпион, есть духовный чемпион. Мы сегодня дуа сделаем, чтобы до следующей Олимпиады, чтобы нам, нашим спортсменам, Всевышний дорогу открыл. Потому что они так трудятся часами над самой работой, и вдруг не разрешают им. Это же им очень больно. Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. Аллаху Акбар.